Во Владивостоке столкнулись 5 автобусов, которые везли детей на экскурсию из Всероссийского центра «Океан». Пострадали 7 школьников и 2 взрослых. Всего же в салонах находились почти 140 человек. После ДТП всех осмотрели врачи. Несколько детей решили отправить на дополнительное обследование в больницу. Но медики подчеркивают, их жизни вне опасности. По предварительной информации, все автобусы были технически исправны. К аварии могла привести невнимательность водителей. По факту ЧП проверку проводит прокуратура.